лучше. Дочь. Сейчас я тебе покажу. Что ты делаешь? Иди сюда. Иди сюда. Дочь разбудишь. Ого. Начало фильма. Какая-то драма в сети. Привет, привет, привет всем. Гуча, хватит меня по столу нюхать, там, а? Ты что, опять меня пытаешь? Зачем ты корм складируешь? Я накрасила. Рядышком. Запуск спутника прошел успешно. Я неплохо, однако. Перекличка, пятиминутка. Привет, здравствуйте. Дратуйте. Нет, твиттером я не пользуюсь. Прыжок с парашюта Конору будет предоставлен летом. Перестаньте задавать мне этот вопрос. В данное время суток с парашютом никто не прыгает. Мне нравится. Нет? Нравится. Яна когда будет? Я не знаю. Моя любовь. Ты моя. Если лодка сломается, тебя понесет на юг, что ты будешь делать? А, настроение раскачиваюсь, раскачиваюсь. Это все мое состояние. И что? Поплывешь в Яна. Покажи Гуччи. Да она где-то под столом ползает, по дому ходит. Пылесос. Спойлеры я не буду говорить никакие. Твоя девушка у тебя накрасила? Нет, я крашусь сама с недавних времен. Что, сильно заметно, что ли? Нет. Да? Школа леди решает. Не умела краситься, теперь умею. Пью кофе. Что, сушится? Сушится? Нет. Ты сейчас будешь фонить громко, закрой дверку в ванну. Фонить будешь. Брак по звуку мне. Привет, малыши. Не делай так брови. Непременно. Собака-пылесос, да, она обычно любит все с пола подбирать. Изменилась очень. Ну, возможно, возможно. Точно не знаю. Дела у меня супер. Плохо не бывает. Чего я вам рекомендую, советую. И даже если вам плохо, никогда никому не показывайте. Видно. Выходные, на самом деле, я только осознала, что сегодня выходной, и продуктивные, конечно же, они будут. Потому что сегодня вечеринка у нас. Сохраню обязательно прямой. Тебе удается сохранять татуировки в таком хорошем, ярком состоянии. Но они недавние, поэтому... Ну, загорать единственное нужно, деликатно. А во всем остальном... Я не думаю на тему сохранения татуировок. Мы с Зайкой организовываем вечеринки в этом клубе. Она работает управляющей. А я так на подхвате. С девочками нет, я не общаюсь. Голос изменился, но на самом деле я могу менять. Моя мама тебя не любит. Ну что ж я могу поделать?
к алкоголю я отношусь равнодушно. И я не любитель злоупотреблять всякими гадостями, которые наносят вред организму. Ты так никогда не станешь леди. Ну уж. Что я могу поделать? Я могу лишь плечами пожать. Ксения, говорили, что у вас бизнеса какой сильный секрет. Секрет. Про него все знают. Про мой секрет. Вначале говорила, что ты бизнесменша. Уф. Куришь. А обычно сигареты уже нет, а Айкоса стала гораздо меньше курить. Аня Михеева мне никак. В Санкт-Петербург на следующий год. Январь-февраль. Нет, январь занят. В конце февраля, может быть. Курочка с кефситы. Удаляй грудь и будешь ащ. Уф. Пупсик. Ребятки, давайте, пожалуйста, нормальные вопросы задавайте. Город Москва. В каком я могу сейчас быть в городе? В зал я планирую начать ходить. За 4 месяца в школе леди, первые 2 месяца я занималась спортом у себя в комнате. Я даже бегала вокруг дома нашего, дворца. А потом что-то я подзабила. Настроение поднимаешь. Вы мне тоже, на самом деле, немного наподнимаете его. Хотя у меня оно и не было плохим. На проекте «Девушки с настоящими проблемами», ответь, пожалуйста. Конечно, ребятки, там нет ничего выдуманного. Если кто-то думает, что я пьяная, ребятки, я не пью, мне еще за руль садиться вечером. Плюс мне работать всю ночь. И я не могу себе позволить такую роскошь. Я смотрю, пацаны, классно, я тоже иногда. Скажи, почему ты такое время проводишь эфир? Ну, потому что мне удобно, днем есть различные дела, которые нужно делать. Сериалы нет, я не смотрю. Тут какое там 8 чувство у меня Яна начала смотреть, и я с первой серии. Я могу посмотреть минут 10-15, потом мне надоедает, и я иду читать книгу. Девушке предпочитаю с детского садика, на самом деле. Если уж прям углубляться в это, то истоки еще тогда начались. Говорила, что пацанами снимали в Подмосковье, а даже двери надписью «Ух» была написана на украинском. Ребят, ну... Вы сами все знаете, понимаете уже. Ты высыпаешься? Что? С такой работой? Ну, да, конечно. Относительно вопроса прыжка Костиной. Я сохраню эфир, посмотрите. Я не буду на него 55 раз отвечать. В 4 утра из Владивостока мне приходится смотреть. Ну, не надо ж на такие жертвы-то идти. Можно на записи посмотреть, я непременно сохраню его. Ты так на Зарину накинулась, ты была рада ее возвращению. Ну, конечно же, да. Я не могу сказать, кто выиграл. Повторюсь еще раз. В какой сотый раз выиграла? Я выиграла. Дружба. Он, Яна, выиграла у меня. Высокомерная, даже привет не передаешь. Ребяточки, очнитесь. Что за привет? Зачем? Что вам это даст? То, что я кому-то передаю привет. Почему мужчины не привлекают? Потому что они... Потому что они мужчины. Потому что они мужчины. Все правильно, мне подсказка сказала. Губы опять подкачала. Да. Тебя нет. Я мог сделать так, чтобы было видно. У меня тут красивая девушка сидит за одним со мной столом. Какая честь выдалась на мою доблестную. Мой самый любимый фильм «Фокус», либо «Правила съема», метод Хитча. Яну я не могу показать. Она сейчас разобрана.
Привет, 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 вновь, вернее, только что присоединившимся. Уф, я не занималась никогда подсчетом относительно вопроса, сколько было. Я уже пролистала. Череда смайликов, приветов. Привет, котятки. О, ну, кстати, мне кажется, злой и добрый полицейский. Малыши! Ты чё так радуешься-то? Они хаофы. Хаофы. Что? Как насчет детей возьмете из детского дома? А что, может быть? Нет. Самостоятельно рожать. Я буду. Что он с левой бровью? С правой отзеркаливает. Она сбрита. Как вас кормили в школе, леди? Ну, судя по моим щекам, зачетно. Мой дневной режим... Всегда, да, на самом деле по-разному. У меня нет прям четкого дисциплинированного какого-то графика, чтобы прям все по часам, по минутам было. Как правильно питаться? Хороший вопрос. Не есть мучное. Много сладкого. Что-то не настроена сегодня напрямую. Я поняла, в чем загвоздка. Я мешаю. Нет, ты мне никогда не мешаешь. Просто что-то у меня не стоит сегодня напрямую. Я буду бякой. Яна не ревновала к девчатам с проекта. Да было бы там кому ревновать. И нет, конечно же. Она больше переживала за мою сохранность и сохранность девочек, потому что когда она первые дни в доме у Полякова интересовалась вопросом, как у меня дела у редактора, редактор половину скрывал, Зая не знала большую часть того, что там происходило. Она не знала моего состояния, потому что я была в шоке вообще. Я, когда зашла с выпученными глазами, я понимала, что это, ну, это просто too much. Приехала. Я спустя сколько, полчаса, да даже меньше, спустя минут 10, я хотела развернуться, оставить чемодан, документы, телефон и просто пойти до ближайшей остановки и свалить оттуда. Потому что я понимала, что в такой шлак я погружаться даже близко не буду. Но, откровенно говоря, вы просто видите не все, что выходит. Ну, вернее, видите только то, что выходит в эфир. А что там было на самом деле? Ох. Как попала на шоу «Леди». Что за шоу «Леди», боже мой? Проект «Пацанки», успокойтесь. Заполняем анкету. Вас зовут, если вы интересная личность на кастинг. Либо если у вас какие-то жуткие траблы в семье. И какая-то прям история зачетная. Как ты относишься к тому, что Яна хранит видео ВКонтакте со своей бывшей девушкой? Ну и что? Абсолютно равнодушно я к этому отношусь. Меня это почему должно парить? Ну, вы вообще-то как бы общаетесь, мы работаем. Ну, как бы да, мы и общаемся с бывшей девушкой Яны. Она сохраняет хорошие отношения с людьми, которые ей дороги. Изменило ли тебя шоу? Конечно же нет. Тебе стих написать, это как повествование или вопросительная форма? Как полюбить себя? Да просто взять и полюбить. Подойти к зеркалу и сказать, какая ты охуенная просто. Я так тебя хочу. Ой, я первый раз материлась. Простите, простите. Ксюша, пацанки же снимаются. Ну, раз я дома, то логично себе додумать, что да, отснялись. Ребятки, в нашей паре нет ни мужчины, ни девушки, природа, так скажем, создала меня девушкой. Если я так выгляжу, это не значит то, что в отношениях я какой-то жесткий мужик, который хлопнул по столу и сказал бы так, а не иначе. Хотя, мне кажется, тебе так и надо строить.
тебе звонил. Сейчас я сколько вешу? Сейчас я вешу 62. Осталось еще 8 кг скинуть до заветных 54. О, значение моих татуировок — это вообще глубокий смысл, за исключением вот одной. Все остальное — это прям сильно. Какой город тебе нравится больше всего? Дубай, наверное. Я надеюсь. Что, подбирала ли ты кошек и собак? А, да, было дело. За неделю до проекта у нас, по-моему, да, появилась... Алло. Вернее, я нашла около работы, сотрудница. Алло. Нашла котенка, и мы сначала взяли его к себе, мы даже свозили в ветклинику. И, маленького? Да, маленький, серенький. А, это девочка была. Все равно котенок. А что мы потом, куда мы ее отдали? Так она же куда-то ее пристроила, потом он у нас несколько дней побыл. А, точно. Он пожил у нас несколько дней в комнате, загадил там все, и потом мы его пристроили в хорошие добрые ручки. Моя вторая половинка сейчас собирается. Если я вам ее покажу, вы все охренеете. Ну, вы знаете, как это обычно бывает у девочек. Сама так разобраюсь. Что можешь сказать про Валерию Матвееву? Ничего. Аргументы. И факты. Ну, Валерия. Или что она там не знала? Почему? Аргументируйте. А что такое аргументы? Или что там? Помнишь, когда она такая спросила, когда эти ад был? Приведите хоть какие-то аргументы, да. Почему должна остаться? Ну, какая-то фигня, в общем. Не знаю. Какие изменения ты ожидала, придя на шоу? Я не ожидала каких-то определенных изменений. Отрасти бороду. Угу. Конечно. Мне для этого нужно будет гормоны мужские употреблять, а я этого не планирую делать. Зори, никаких отношений нет. Фильмы плаксивые, ну, конечно же, смотрела. «Титаник». Жизнь Пи, я, кстати, да, я плакала на этом фильме. Мне так было жалко тигренка. Тигренка? Да, ну не мальчика же. Есть машина. Нет, мы на метро передвигаемся. Либо общественным транспортом. Ну, там трамвай, электрички, троллейбус. А что там такого? Я ничего не говорю. Что там такого? Привет, 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 привет. Не жалеешь о тату за ухом? За ухом. Нет. А почему ты отвечаешь? Быть может, я жалею. Жалеешь? Конечно, очень жалею. Я думала, ты ни о чем не жалеешь. Жизнь Пи — офигенный фильм. Подтверждаю. В метро нет ничего такого. Так я и говорю, что нет ничего такого. Ну, только я там была один или два раза. Ладно. Больше? Может быть, и больше. Возможно, этого не помню. Какое следующее тату будешь бить? У меня еще не доделан здесь Олимп и Пегаса. Надо добить себе. Рост 173 сантиметра. Или 174. Так, что у меня на ногах? На груди сделай тату. Нет, я не хочу эту часть вообще трогать. «Книга джунглей». Я смотрела, да, фильм этот. Здравствуйте, здравствуйте. Татуировки я бью у своего мастера, у нашего Зая. И я чуть позже расскажу, да, о нем. С Конором нет, я не общаюсь. Мне кажется, это единственный человек, с которым я даже на проекте практически вообще не общалась. Так, какие-то были мимолетные обмен фразочками и все. Что? Чего? А вы еще как-то... А, ну ладно. Чего? Говори. Ничего. Ну говори. Что ты хотел сказать? Что вы еще когда?
Ну, когда самое начало проекта было, она подписалась на меня сразу. В смысле? Так. Так она к нам на вечеринке приходила. И она на это, 17 числа была на этой, на Скалихе. Ага. Она, говорит, меня видела, да. Зато фотки есть с Конором. Но фотки — это не показатель каких-либо взаимоотношений между нами. Кто выиграл? Не знаю. Жду схватку сезонов. Да, интересный эпизод. Продолжения фильма нет, не будет. Состав разбежался. Руби Роуз, конечно, мне нравится, да. Я читаю, но не все. Почему я так ору? Я не знаю, почему ты орешь. Я телек вообще не смотрю. Кальяна нет сегодня в прямом. Песни я люблю разные, я меломан. Надеюсь, что ты победила. Я тоже на это надеюсь. А любишь кушать? Нет. Прыжок костяное потело? Еще нет. Какая ты божественная. Спасибо. Ты супер. Спасибо. Привет. Привет. 62К. Не понимаю, о чем. Спросил Яна, она может перейти в кадр? Яна, ты можешь перейти в кадр? Пока еще нет. Чуть попозже. Чуть позже. Не устаешь ночью работать? Оденусь. Уже нет. Что за Яна? Бородина. Яна. Меня зовут. Не родственница Ксюши Бородиной. С тобой никогда не скучно. Да? Со мной? Нет, со мной. Со мной. Да, не скучно. Нет, мне кажется, иногда бывает скучно. Любишь блинчики? Нет, не люблю. Даже на масленицу я их особо не кушаю. Сырники любишь? Сырники люблю. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Читать книгу, смотреть какие-нибудь интересные фильмы с непредсказуемой развязкой. Проводить время с любимыми, дорогими мне людьми. Диета? Да нет, я просто равнодушно отношусь к еде. Ты мне изменяешь. Ого. Чего? Я не знаю. Кто-то себе там напридумал. Какая ты зайка. Люди просто все, видимо, некоторые не в курсе. А кто такая Яна? А, это кто? Вы тщательно смотрите мой профиль? С Бурой, конечно же, общалась. Повешу свою ссылку у тебя на странице. Да, конечно. Я смотрю в эфире одни девушки. Ну ладно, опустим. Ну, в прямом смысле у меня возникает, когда чувство голода, я могу что-то перекусить, могу фрукты, могу творог, могу яйца, могу, ну, то, что сейчас. Если у меня организм не стрессует и нет никаких там глобальных переживаний ни по какому поводу, ну, я не налегаю ни на соленое, ни на сладкое, ничего такого себе вредного не позволяю. Ты стрелец? Да, я стрелец. А фан-группы с горой, да, читала, умилялась. Со вторым сезоном вчера общались с шаманкой, с Мэри мы общались, кто еще? Маха. В последнем выпуске ты интимно обняла Барби, сказала, иди ко мне, заметила в выпуске. Ну и что? Отношения с мамой стали немного, но лучше после проекта. Есть доля правды в моих словах. Хирургом нет, я не буду. Я не учусь в меди, и биология не мой предмет, а тем более химия. Я была на нескольких операциях. Могу сказать, что эта профессия была бы по мне, если бы вдруг я захотела отучиться 10 лет. Я за Горохову. Ну так welcome to Анна Горохова. Домой, да, мы звонили. Нам иногда давали телефон. Биологию нет, я не люблю.
У меня была нехорошая учительница по этому предмету, преподаватель. Ну, потому что я почему не отвечаю? Потому что много однотипных вопросов. Нет, киса. Mm-mm. Нет. То, что мы выбрали изначально. Да-да. Ну, нет, кис. Губы нет не свои. Я дома, на кухне. Сейчас, кстати, убегаем уже скоро. Пиздец, красотка, как обычно. Я что-то юбку не хочу. Почему? Да неудобно. Да удобно будет. Ну, наоборот, прикольно так, притузок. Нет, ну прикольно-то прикольно. Но мне нравился больше первый вариант, который мы с тобой выбрали. Таню Бурую, конечно, знаю. Раз пять девочек с второго сезона были, как вы думаете, мы знакомились с ними, общались? Естественно. Предметов много было в школе любимых. Это и математика, и русский, и обществознание, история, английский, физкультура. Что еще? Физика, обществознание. Да практически все. Кроме биологии, кроме трудов и кроме... Какой-то у меня еще один был нелюбимый предмет, я уже не помню. А, и география, потому что там тоже преподаватель была так себе. Историю любишь? Ну, на самом деле, так себе. Нет, сейчас, кстати, обманула. Вообще не люблю историю. Потому что там Светлана Васильевна была хреновым преподавателем. Песня горы мне... Можно, пожалуйста, я не буду никак комментировать этот вопрос? Яна, тебе привет передают. И вам привет. Звезду поймала. Да никого я не ловила, блин, ребят. Я какая была в плане взаимоотношений с людьми до проекта. Я такой и остаюсь. Если вы меня не знаете, вам очень сложно судить по мне, ну, какая я. Какая я с незнакомыми людьми, какая я с близкими, какая я с приятелями. Здесь, ну, я считаю, что это как раз-таки не двуличность. И у меня не может быть одинаковых взаимоотношений со всеми. Нарцисс. О, относительно творчества Барби вообще no comments. Якутии тоже привет. Ребят, если бы я отвечала всем, то я просто бы зачитывала вес и рост Яны. Рост 165, вес 42. 41. Дочке 11 лет нашей. Ты супер, спасибо. Яну в кадр. Сейчас она соберется и заглянет в кадр. Хэштег Милосмонт. Новосибирск рулит. Рулит Москва. Кто победил? Победила дружба. 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 Как можно картавить научиться, кстати? Привет. Привет. Вопрос. Здравствуйте. Ты жената? Нет. Ребят, у нас в России однополые браки запрещены. Возможно, ты говорила, но у тебя был какой-то переломный момент, который ты сменил ориентацию. Не было у меня никакого переломного момента, у меня моя ориентация с детского сада. А если быть точнее, с 11 лет. Впервые я полюбила девушку. Влюбилась. Возьми уроки у Гороховой. Как можно не картавить? Я не умею так. Нет, я спрашивала, как картавить. За границей можно узаконить. Я в курсе. Ребятки, Ривердейл в фильме не смотрела. Что в последней серии я была чересчур эгоистична, и девочки говорили тебе, что нужно это в себе менять. Ты послушала их совет? Ребятки, вы не представляете, сколько в моей жизни советчиков. Если бы к каждому мнению и совету я прислушалась, то я бы не была тем, кем являюсь, не была бы собой. И я бы себе изменяла, а это не входит в мои правила. Кто хочет Милос? Я хочу. Сохраню прямой непременно. Кавказу тоже привет. Губы колешь с периодичностью в полгода.
по миллилитру полтора я себе добавляю. Ты лайкнула мой коммент в паблике, я счастлива. Будь счастлива. Кто стал финалистом? Ну, вообще-то, несколько финалисток. Не один. У Зарины есть прямые эфиры? Я не знаю, я не сижу на странице у Зорьки, поэтому не могу знать. Я не слежу за ее жизнью. Рост у меня 173-174 сантиметра. Вот, да, совсем другое дело. Конечно же. Мама в курсе? Мама в курсе, конечно же, но я 4 года живу со своей любимой. Как вы думаете, мама в курсе у меня? Вот, это... А можно ее вообще убрать? Или тебе неудобно? Ну, вот эти вот висючки. Да, ну, вот я убрала. Мне нравится верх. Я вот, пожалуй, заберу себе потом. Да? Да. Да так, конечно, она прикольна. Гуччи, Гуччи, Гуччи. Это стиль, шау стиль. Мама к этому отнеслась как? Скептически. Она думает, то, что у меня это пройдет, что я... Выпрыгну замуж, рожу ей традиционным путем ребенка, и все будет как у всех. День рождения у меня 30 ноября. Мы организовываем с Яной вечеринки, а не просто смотрим, чтобы все прошло хорошо. Вот и Яна у меня. Иди сюда. Я после того сейчас буду стрёмной. Любишь гору? Обожаю. Переспала бы с Бекхэмом? Нет. Не переспала бы. Привет, малыши. Мясо я так себе люблю. Да, у меня скоро день рождения. Гуччи хуйня. Ну да. Кто? Собака наша? Нет, это про... Я песню пела. Ребят, у нас сегодня вечеринка называется... Да как? Все знают. Не лакшери. Пати мы назвали, да. И сегодня надо высмеять бренды. На самом деле мы с тобой одеты, будто бы мы в ЦУМе затарились. Ну ладно, тут кого-то тошнит от меня, видишь? Это все ревность. Меня ревнуют к тебе. Мне 35 лет, ребят. Я скоро большими буквами напишу у себя в Инстаграме. Мне надо, мне кажется, это, вернее, тебе надо написать в шапке профиля. Мне 35. Так, какая разница в возрасте? 35 минус 23. Что у нас получается? Такова разница. Милый голос у Яны. Кожа, ты еще замораешься в моей косметике. Я не замораюсь. Зайки. Вот я в таком костюмчике Гуччи. Вот, у меня юбочка такая. Да все, хватит кривляться. Ну, ребят спросили. Вы такие милые. Спасибо. Кто-то там, великий математик, написал разницу в возрасте. Какая у тебя вера? У меня нет веры, я верю только в себя. Вы вместе спите? Нет. В раздельных комнатах под разными одеялами. Ксюша на кухне спит. Че ты вообще? Зачем ты говоришь? Раскладушка стоит в углу, тебе мешает, что ли? Зачем ты? Вот глаза тебе мозолят, что ли? Надо же все людям правду высказать. Как вы друг друга называете? Яна и Ксюша. И только на вы. Сделай сходку в Питере. Сделаем, сделаем. Как познакомились? Интересно. Ты в школе леди? Да. Любимая приехала ко мне. Сейчас пойду в форум переоденусь. Как тебе Татьяна Полякова? Я ее обожаю, одним словом. По знаку зодиака стрелец. Губы увеличивала. По вашему совету посмотрела что-то там. А, фильм «Ниже ее губ»? Да, хороший фильм, хороший. Как дочь относится к вашим отношениям? Хорошо. В рот берешь? Беру задорого. Как нарцисс может любить кого-то, кроме себя? Обманывает меня. Не любит. Мне. Меня. Не любит, наверное. Совсем не скажешь, что я не 35 лет, так... Спасибо. Она только об этом сама и говорит. Все остальные ей столько не дают. Коша, посиди, я переоденусь, пойду. Две секундочки. Надо уже ехать! Давай, да, уже быстрее.
Ну, мне кажется, ты выиграешь, пацанка. А, дочке моей 12 будет в феврале. Так, привет, привет. Дочка, дочка на даче, выходные. У меня зрение нормальное вроде. Я водолей. Ты старая для нее. Ну да, наверное, старая. По сравнению с кем? Ну ты тоже скоро состаришься. Чего-чего-то? Ну кто-то пишет, ты старая для нее. Я говорю, ну вы скоро тоже состаритесь. Все по-разному, конечно. Я все взяла. Ксюша, ну немножко изменилась, да. Немножко. Капельку. Совсем капельку. Адель, привет, привет. Я на любитель передавать всем привет. Мы с Ксюшей вечеринки организуем. Я на твой любимый цвет. Мой любимый цвет белый. Коша, мне так перевязать или лучше куда-нибудь в другое место? Нет, так. Так? Угу. Так, ты такая красивая, очень милая девушка, очень правильная. Спасибо. Привет, привет. Ты как маман говоришь с Ксюшей? Почему как маман? Просто как со всеми. Ребят, ревность — это плохое дело, это удел слабых, закомплексованных, а также... Ой, да ну перестань. Людей. Спасибо. Чё там, чё там, чё там, чё там, кто там? Так, всё, мы едем. Все, малыши, нам уже, мы опаздываем очень сильно, уже убегать надо. Всех целуем. Всех целуем, обожаем. Все. А я. Пусть милость покажет присуху. Все, ребятушки, всем хорошего вечера, чудесных выходных. Всех целую, на самом деле. Обнимаю. И завтра... Нет, завтра, мне Гучи, кажется, попрощайся не будет прямого эфира. Со всеми. Малышечка моя. Гучи. Гучи, Андрюш. Все, малыши.